Вау! И мы будем соседками? Похоже, что так. Посмотрим комнату. Вау! Это кошмар. Своя кровать! Упс, поломалась. Это не комната, а стихийное бедствие. У меня есть идея. Мы сделаем здесь ремонт. Я набросала план. О, нет. Любителям в этом деле доверять нельзя. Я позову профессионала. Привет, это Молли. Привет, дорогуша. Отлично выглядишь. Да ладно. Ты это видишь? Это полный провал. Кровать еще можно починить. Посмотрим. Дизайн комнаты готов. Стильно и дорого, как ты любишь. Спасибо, милый. Это тебе. У меня будет лучшая комната в мире. Нет, у меня. Рабочий комбинезон и инструменты. Каска, экипировка завершена. Можно приступать к строительству. Бумажная каска ненадежная. Сделаю повязку из носка. Готово. Упс, очки сломались. Скотч легко исправит дело. Осталось только найти инструменты. И пусть начнется ремонт. Здесь привинтить. А тут подпилить. Ремонт это весело. Отмеряем. И отрезаем. А теперь время красить. Покраска мое любимое занятие. Готово. Газеты можно не только читать. Добавлю побольше клея. И украшу стену газетными листами. Выглядит очень стильно. Это скучно. Аккуратнее. А этот журнал мне пригодится. Здесь так много красивых картинок. Выберу лучшие и приклею на стену. Красота? Про спорт забывать нельзя. Но я сделаю из этого кое-что интересное. Шубка, ты мне нужна. Вау, какой гламурный обруч. Тюль, замечательно. Крепим тюлевую занавеску к обручу. И стильный балдахин ручной работы готов. Матрас для кровати есть. И я нашла подходящий матрас. Вот только спать здесь не очень удобно. Придумала. Сделаю подушку из мусорного пакета. Нет, идея была не из лучших. Зато мои старые подушечки на месте. Они меня никогда не подведут. А чем украсить потолок? Мягкая одеялка. Любимые подушки. Нет, здесь недостаточно шикарно. Знаю. Подушка, набитая деньгами. То, что нужно. Теперь можно отдохнуть. А это что? Как она сюда попала? Монетка? Положу под подушку. На удачу. Растения сразу сделают комнату уютнее. Здесь не хватает природы. Какие восхитительные виды. И у меня из окна вид будет не хуже. Но сперва нужно сделать окно. Картон. Карандаш. Ножницы. Немного клея, и у него есть ставни. Окно готово. А вид из окна можно менять под настроение.
Я словно побывала в кругосветном путешествии. А для меня лучшее развлечение – любоваться моими деньгами. Чего-то не хватает. Ну, конечно, гирлянды. И в домике сразу стало уютно. Что еще придумать? Мои драгоценности. Я сделаю из них гирлянду. Теперь здесь всегда будет праздничная атмосфера. А я сделаю гирлянду из цветной бумаги. Нарезаю полосками. И склеиваю кольца. Осталось только соединить. И гирлянду можно вешать. Красота! Банку украшаем картоном. Проволоку загибаем в форме сердца. Обматываем светодиодной гирляндой. И вставляем в банку. Светильник готов! Осталось добавить пару деталей. Коврик, туалетный столик, сейф. Теперь все точно по плану. Даже подставка для косметических принадлежностей. Молли, я без сил, мне нужна помощь. Вот, держи. Вау, эта резинка то, что нужно. Теперь работать будет намного удобнее. Спасибо. Как скажешь. Ну вот, помаду размазала. Нужно вытереть. О, полезная втулка. Из пенопласта и втулок сделаю маленький столик. Я гений. Немного перьев и блесток. И у меня есть собственная табличка. Здесь живет богатая Молли. Поставлю на самом видном месте. Но у меня есть соседка. Ей тоже не помешает табличка. Бедная. Что? Эй, безобразие! Мне нужна другая табличка. Здесь живет Кэрри. Украшу полочки самым дорогим. Здесь найдется место и картонным туфлям, и кулеру. Упс, столик не выдержал. Носок. Есть идея. Прикреплю носок на полке. И чехол для телефона готов. Кэрри, нам пора на занятие. Иду. Один носок лучше, чем ничего. Привет, Пушистик. Нравится наш новый домик? И мне. Этот песик такой миленький. Я тоже хочу завести питомца. Малышка-крыска, постой. Будешь моим питомцем? Она согласна. Вдох, выдох. Ой. Молли, на помощь я провалилась. Кэрри, помоги. Ого, у тебя так уютно и столько всего интересного. Подправлю макияж. А я и тебе припудрю носик. Кэрри, и здесь мы должны жить? Серьезно? А мне нравится. Окей, ребятишки. Чур, ванна моя. Я за нее заплатила золотой кредиткой. А у меня есть пачка хрустящих наличных. А у меня есть монетка. И та шоколадная. Какой ракурс подчеркнет мое богатство? Фух, ну и тяжесть. Молли, что за хлам ты притащила? О, коробочка. Мне как раз нужна такая. Я сделаю из нее... Вау! Холли уже сделала каркас кровати. Когда она успела?
Какое неуважение ко мне! Эта ванна мне не подходит. Золотое джакузи. Вот это мой уровень. Вау! А это что? Нет, мне нужна роскошная стена. Красный бархат, стиль королев. Курьер, сюда, пожалуйста. Поднимайте бассейн на второй этаж. Вот так. Аккуратнее, чтобы он не упал. Отлично, спасибо. Это вам за работу. Пока. У меня тоже есть готовая ванна. Папье-маше стайл. Я сам ее сделал. Теперь осталось покрасить свой каркас под цвет ванны. Красота? А что это воняет? Оу, это от меня. Срочно нужна шторка для душа. Этот картон подойдет. Нужно крепление, карниз. И моя идеальная картонная шторка для ванны готова. Даже с ковриком в комплекте. Колин! Эй, Колин, ты тут? Упс, не буду тебе мешать. Привет, мне нужна одна мочалка. Простите, но все мочалки уже раскупили. Что? Все-все? И кому понадобилось столько мочалок? Заходила девушка перед вами. Если распустить мочалки, то выйдет отличный балдахин для моей кроватки. Мне нужна подсветка. Да будет свет! О, я тоже так хочу. Смотри, Молли. Везет богатым. У них есть неоновые ленты, а у меня только фонарик на телефоне. Но это тоже неплохой вариант. Мочалки разной формы. Они идеально подойдут для декора моей надувной ванны. А у меня будет окно в мир. Можно менять вид из окна, когда захочется. Солнце уже садится, пора спать. Завершим декор рыбками. И, конечно же, деньгами. Молли вышла. Прекрасно. Вау, это чистое золото. Натру себе золотого песка. Что это за звук? О, я просто натираю ванну для Молли. Золото должно блестеть. А, ну ладно. Фух, мне нужно просто немножко золота. Упс, вода. Кажется, я перестарался. Протер джакузи насквозь. Молли это не понравится. Колин, ну ты и странный. Мне нужно больше золота. Ох, есть идея. Алло, я жду, спасибо. Доставка сокровищ прямо с корабля. Вау, пиратское золото! Как оно мне нравится! Дорогое украшение для моего будуара. Но я могу добавить еще больше золота. Украшу всю стену. О, золото отлично смотрится в моем интерьере. Я буду купаться в деньгах. Мечта каждой богатой девочки. Одеяло и подушка из золота. Я сплю в роскоши. Туалетная бумага. Вот и все, что я могу себе позволить. Эй, что это? Вода со второго этажа? Эй, Холли, что случилось? С тебя льется вода. Сделай что-нибудь. Сейчас я все исправлю. Все, я заклеила дырку. Так, подойдет? Да, отлично. Эй, меня опять заливает, Холли! Что? Упс, Колин, как ты мог? Мой богатый лайфхак. Золотое яйцо. Иди сюда, малыш. Ура! У меня вылупилась золотая уточка. Кря-кря-кря, мистер Скрудж Макдак. Это джакузи только для богатых богачей. В моей ванне кое-чего не хватает. О, вот теперь у меня есть душ. Отлично. Но по-прежнему нет мочалки. Придумал.
Я заработаю деньги своим музыкальным талантом. Чувство ритма есть даже у бедных. Вау! О, да. Теперь я смогу из этих денег сделать мочалку. Идея на миллион. Ребята, как вам мои разноцветные полочки? Отлично выглядят, но лучше картона еще ничего не придумали. Я кое-что приготовлю. Теперь у всех моих любимых средств для ванны есть свое место. Кроме вот этих. О, ты как раз закончил свою полочку, Колин. Как вовремя. Ты не возражаешь? Спасибо. Не за что, Холли. Моя тарелка? Кто откусил от нее кусок? А? Моя любимая чашка? Что с тобой произошло? Обожаю свое зеркало из мозаики. Молли, кто мог разбить нашу посуду? Не знаю, о чем вы, ребята. Посмотри, эта мозаика подозрительно похожа на мою чашку и твою тарелку. Молли, ты ничего не хочешь нам объяснить? Упс, просто совпадение. Мне пора. Я сделал отличную настольную игру. Крестики-нолики. Девчонки, хотите сыграть? Я за. Подержи-ка мой коктейль, Молли. Правила как в крестиках-ноликах. Тебе крестики. Да, я выиграл. Ой, мне срочно нужна туалетная бумага, спасибо. Смотри, мой ход. А ты проиграл, приятель. Лузер. Что такое? Чего все ждут? Здесь очередь, приятель. Ванная комната занята. Эй, там, можно побыстрее? Что надо? Забудьте про ванную. Теперь это наша комната. Пока. Эх, придется построить свою ванную. Ау. Хватит мусорить. Вау, что это? Золотой билет в дорогущий колледж. Я уже бегу. Привет, держи. И мой чемодан. Это тебе. Привет, я новенькая. Откуда она взялась? Приветствую вас в нашем колледже для самых богатых. Очень скоро и я стану миллионером. А ты кто такая? И как ты попала в мой колледж? У меня есть золотой билет. Все понятно. За мной. Это стоимость аренды шкафчика. Оплата наличными. Спасибо, спасибо. А мой шкафчик где? А как ты будешь платить? Это все, что у меня есть. Ясно. Вот этот шкафчик теперь твой. Такой пыльный. Ну ладно. Попались. Не смешно. Держи. Наша комната. Выглядит неплохо. Это моя кровать. Я буду спать здесь. А я на втором этаже. Но где же буду спать я? В коробке. Эллиот, ты что здесь делаешь? Это спальня для девочек. А где новенькая? В коробке. Что за шутки? Твоя кровать вот здесь. Своя собственная кровать.
Эллиот. Самый красивый парень в колледже. Я должна выглядеть идеально. С этим мы разобрались. Передавай привет родителям. Эллиот, привет. Как я выгляжу? Прогуляемся? Вау, потрясающе. Конечно. Мне тоже не помешает макияж. Клубника. Ну, конечно. Из нее можно сделать и помаду, и румяна. Только посмотри на нее. Ну и вид. Я перестаралась. Верни клубнику на кухню. Простите. Мое роскошное новое платье. Пора сменить наряд. Этот костюм уже устарел. Вау! Если никому это не нужно, я возьму. Да, я согласен. Ну вот, батарея села. Нужен новый телефон. На чем мы остановились? Вау! Мне это пригодится. Эту сумочку или эту? Выбор очевиден. Зачем выкидывать хорошую вещь? Распродажа. Лимитированная коллекция. Успеете купить. Вау! Все прошло успешно. Урок химии начинается, а вы не подготовились. Вот, теперь можем приступать к эксперименту. Смешиваем два реактива. И получаем деньги. Вау! Чего вы ждете? За работу! Вау! Думаю, мы с этим справимся. Давай сюда эти колбы. Почему мне нужно работать в паре с этой бедной Кортни? Кто будет смешивать? Главное все сделать в правильной последовательности. Нет, ты все делаешь не так. Это ты не так все делаешь. Получилось. Отдай мне. Нет, мне. Упс. Мы это сделали. Кортни, ты прелесть. Это картон. Все из-за тебя. Молодцы. Какую машину купить следующей? Мне нужны ресницы гуще и длиннее. А у меня будет огуречная маска. Уход за кожей очень важен. А у меня будет кофейный скраб. Сегодня мы будем блистать. Моя укладка ничуть не хуже. Верни мои карандаши на место, сейчас же. Ну и забирайте, если вам они так нужны. Платье из последней коллекции. А мое сшито на заказ. Какие красивые наряды. Не трогай. Эллиот, привет. Спасибо за цветы. Кортни, это тебе. Спасибо. Я приглашаю тебя в лучший ресторан города. Этого не может быть. Подожди минутку. Я переоденусь. Что мне надеть? Идея. Из этой скатерти получится стильное платье. Я готова. Ты великолепна. Спасибо. Идем. Ну почему? Нравится мое новое украшение? Золото самой высокой пробы. Вау, впечатляет. Эх, идея. Как вам мое украшение? Стильно, правда? Какая безвкусица. Пойдем, Эллиот. Хватит тащить продукты. Надоело. Я превращу этот безобразный шкафчик в самый красивый шкафчик колледжа. Уберу всю пыль и паутину.
Накрою мехом. А на дверце будут отлично смотреться мои любимые наклейки. А деньги, которые валяются под ногами, украсят боковую стенку. Мне нравится. Я хочу купить этот шкафчик. Нет, плачу любые деньги. Не интересует. А? Какие смешные звуки. Что это с ней? Работать кассиром? Нет. Похоже, ей снится кошмар, бедняжка. У тебя есть деньги? Спи, сладко. Деньги. Какое счастье. Оценки за тесты. Очень плохо, девочки. Кортни, отлично. Поздравляю. Спасибо. Эллиот, снова двойка. В который раз? Родители будут в ярости. Двойка? И чего расстраиваться? О нет, мама уже знает. Это конец. Эллиот, я тебе помогу. Объясню все, что тебе непонятно. Гомер был древнегреческим поэтом и создателем легендарной Илиады. 100 плюс 100 и плюс 100 будет... 300, я понял. Аурум – благородный металл желтого цвета. Я запомнил. Эллиот, сегодня намного лучше. Молодец. О, спасибо, Кортни. Подумаешь. Этот день настал. Сегодня выпускники получат свои дипломы. Эллиот, поздравляю. Кортни, я тобой горжусь. А с вашими оценками о дипломе можно только мечтать. Что? Как же так? Фото на память? Эллиот, милый, второй самолет нам нужнее, чем третья яхта. Вот эта сумка! Отдай! Вау! Где мы? Здесь так мило! Давайте здесь жить! Зачем? Смотрите, что я нашла. Строительные материалы. Помогайте, будем строить секретную комнату. Держи. Зачем нам эти доски? Вот еще. Ага, скука. У меня есть дела поважнее. Осталось совсем немного. Последняя пара досок. Вау, посмотри. Невероятно! Ночь, просыпайся! Чего тебе? Посмотри, что у нас получилось! Отличная работа, но чего-то не хватает. Знаю, используем магию. Все вместе, вперед! Отлично! То, что нужно. Ночь, проснись. Пойдем посмотрим, что получилось. Мне нравится. И есть где прилечь. Ночь заснет где угодно. Ну нет, мне для сна нужен матрас. Вау! Пожалуй, и мне матрас пригодится. Готово. Утро. Поможешь с матрасом для ночи? Конечно. Поднимаю. Я кладу матрас. Упс. Ай, больно. Ты мне руку ушибла. И зачем так шуметь? Спать не даете. Не мешайте. Что это у тебя? Сладкая вата. Хочешь попробовать? Конечно. Ой, это ведь сплошные сахар и калории. Спасибо, но мне такое лучше не есть. Ауч!
что это было? Вау! Какие славные облака! Мне нравится! Отправляюсь наслаждаться видом! Вау! Красота! Но чего-то не хватает! Вау! Балдахин для кровати за $1. А вот и посылка. Ну что это? Какой-то розыгрыш? Здесь есть инструкция. Добавить Вау! Воды. Ну ладно, попробую. Вау, получилось! Здесь стало очень уютно. А с фонариком Вау! Еще лучше. Ночь не меняется. Я тоже украшу свою комнату. Хочу много живых цветов. Вау, великолепно. Что за аромат? Это все цветы. Они прекрасны, правда? Эй, а откуда здесь взялась трава? Упс, это случайно вышло. А мне даже нравится. Истории про астронавтов такие увлекательные. А что это? Упс. Я не хотела. Ауч! Ночь, поаккуратнее. Прости. Вау! Настоящий шлем астронавта. Как раз мой размер. А это что? Луна совсем как на картинке. Она отлично украсила стену. А шлем мне идет. В моей комнате не хватает яркости. Придумала. Я сама сделаю украшение для стены. Бабочки подойдут. Есть хочется. Ты все испортила. Прости, пожалуйста, я случайно. Вау! Ты просто умница, спасибо. Всегда пожалуйста. Чем бы еще украсить комнату? О, вот этот пуф подойдет. Хочу. Вау! Еще хочу это, и это, и это. О, да. И добавлю зеркало. О, нет, ошибка. Недостаточно средств? Меня это не устраивает. Я хочу это зеркало. Вау! Получилось. Я бесподобна, как всегда. И куда подевалась ночь? Ау, кто-нибудь? Как спать хочется. Странно. Подъем! Я не сплю. Посмотри на часы. Тебе сейчас спать нельзя. Иди в свою комнату. А спать буду я. У ночи даже будильник подушка. Я уверена, утренние тренировки самые эффективные. Девочки, скорее за мной. Поторопитесь. Ночь, ты с нами? Ты не так зовешь. Ночь! Она не слышит. Пойдем без нее. Меня кто-то звал? Показалось. Я выбираю круг. Я треугольник, а я квадратик. Начинаем игру. Я хожу первая. Теперь я. Если смешаете эти реактивы... Девочки, что происходит? Девочки! Урок все еще идет. Ау, вы меня слышите? Все ясно, игра их поглотила. Игра окончена. Нет, я почти выиграла. Держи его. Спрячу игру в шкафчике. Дверь захлопнулась. Нэнси, шевелись. И где теперь наша игра? Куда мы попали? Что это за место? Спокойствие, я найду выход. О нет, мы отсюда не выберемся. Без паники, дыши.
Ой, наша игра. Она здесь. А это план секретной комнаты. И мы ее построим. Для начала нужно избавиться от этого хлама. Наведете здесь порядок? С уборкой покончено. Осталось вынести мусор. Было вкусно. Ты попала. Мы справились. Землетрясение. Девочки, что это? В сторону. Холли? Это всего лишь балки для строительства. И записка. Мы получили всего лишь 3 деревянные балки. Этого недостаточно. Нам нужно еще 10. 3 плюс 10 будет... Берегись! Здесь отпилю лишнее. И соединю под прямым углом. Шуруповерт мне поможет. Готово. Вау! Я тоже попробую. Нэнси, тебе поможет этот чертеж. Вау! Здесь все предельно ясно. И правда. Я постараюсь. Сперва отпилю здесь, а теперь шуруповерт. Ой, едва удержала. Тут закрутить. Выглядит странно. Нэнси, ты отлично справилась. Как скажешь. Молодец, Нэнси. Нет, Холли, осторожно. Каркас готов. Теперь нам нужны стены. Именно. Все за мной. Мы на месте. Опускаем фанеру. Только аккуратно. Это не так уж просто. Еще немного. Молодцы. Теперь нужно закрепить обшивку. Пошевеливайтесь. Мэри, отлично справляешься. А ты что делаешь? Не отвлекай от работы. Сделано. Вау! Но кое-чего не хватает. Кья, в сторону! Мы ушли. Приготовься, кусок фанеры. Кья! Теперь у нас есть окна. У Мэри талант. Ты чего уставился? Кья! Что теперь? О, нет. Теперь я готова. Записка? Сними каску. Ладно. Серьезно? Это кисточка. Ура, я люблю рисовать. И украшу свою стену аккуратными квадратами. За дело. Для этого сделаю из строительного скотча трафарет. Раз, два, три. Проиграла. Нэнси? Привет. Как мило. Ой, снова. Ого, большой спонж. И я знаю, что с ним делать. Белая краска подойдет идеально. Вау! И круг готов. Следующий. Мне нравится. Краска высохла. Можно снимать скотч. Красота. Выглядит неплохо. Пора и мне украсить стену. Только не квадрат. Треугольник – другое дело. И баллончик с краской. Первый готов. Но мне нужно больше. Сделано. Не мешай. Здесь явно не хватает уютного светильника. Круглой формы. О, да, этот идеальный. Свет, зажигайся. Мне тоже нужен светильник. Треугольный. Не получается. Мэри, пожалуйста, сделай светильник для меня. Ладно, сделаю, лови. Yes. Wow. Он чудесный. Спасибо. Закреплю прямо здесь. Восхитительно. А для меня светильник, пожалуйста. Хорошо. Будет тебе светильник. Квадратный. Yes. Wow. Он замечательный. Спасибо. Я нашла зеркало. Выгляжу отлично. Мне нужно причесаться. А мне накраситься. Ладно, смотритесь в зеркало сколько хотите. О нет, мое лицо треугольное. Кошмар. А мое квадратное. Как забавно. С
Скорее унеси это зеркало подальше. Ну и ладно. Снова трясет. Берегите голову. Это коробка. А внутри все, что нужно для шитья. Я выбираю фиолетовый цвет. А мой желтый. Вот и славно. Мне остался розовый. Сошью подушки. И как это работает? Не понимаю, что делать. О, Нэнси. К этой иголке есть инструкция. Подушечки готовы. А у Нэнси проблемы. Это на подушку не похоже. Она сама не справится. Нэнси, давай помогу. Холли, нужна помощь. Помощь? Нет, спасибо. У меня все прекрасно. Что? Ладно, я сама. Это несложно. О, нет, что на этот раз? С днем рождения, девочки! Ура! Мы празднуем день рождения. Вау! Сколько шаров и конфетти! Я возьму себе белые. Можно аккуратнее? Я украсила комнату гирляндой. Нэнси? А я обожаю воздушные шарики. Ты тоже? Есть идея. Я сделаю гирлянду из флажков. Замечательно. Холли, пожалуйста, сделай для нас гирлянду. Ладно, не смотрите. И гирлянда готова. Треугольник, круг и квадрат вместе. Что это? Мы дошли до финиша. Победа! Ура! Мы опять получим нашу награду. И звание строителей самой лучшей секретной комнаты получает... Не так быстро. Мы тоже будем участвовать в этом конкурсе. Упс, что? Как это грубо. Но мы выигрываем каждый год, это несправедливо. Строительство начинается. Куда мы попали? Что они делают? Мы здесь строим. И мы уже вас обогнали. Неужели, сестренка? Ночь, хватит спать. Нам нужно торопиться. Ладно, я сама построю каркас. Моя сумочка меня не подводила. Посмотрим то, что нужно. Ночь, в сторону. Вау, получилось. Ну и кто кого обогнал? Нам не выиграть. Соберись, у нас получится. Нужно лишь поторопиться. Как мне все это нравится. Мы снова победим. Но это только начало. Нужно украсить комнату в нашем стиле. Скучно. А это интересно. Что скажешь, ночь? Она снова заснула. Заказать. Доставка. Ха, вовремя. Ай, голова. Ночь, ты уже здесь? Ладно, спи. Моя комната готова. Свет? Вау! Я тоже так хочу. Иди. Звездочки, идите сюда. Попались? Вы украсите мою стену. А теперь патин. О, да. Все так, как я и хотела. Что скажешь, сестричка? На них жалко смотреть. Попробую помочь. Оставь шуруповерт мне. Не ссорьтесь. Воспользуемся моей волшебной сумочкой. Упс. Не воспользуемся. В ней пусто. Тогда пойдем другим путем. Магия? Втроем наша магия сильнее. Какая магия? Построим каркас вручную. Ну, ладно.
Конечно, отличный план. Вот так, чуть быстрее. О да, отлично. Так держать. Еще немного, и все получится. Только это секрет. Вау, получилось. Потрясающе. Фиолетовый почти собран. Кубик Рубика можно мне? Конечно, лови. Упс, твой кубик немного деформировался. О, да, теперь мой пол превратился в диско-танцпол. Это музыка? Откуда? Вау, там самая настоящая вечеринка. И колонка у них есть. Мне такая не помешает. И еще одна. Кресло тоже прихвачу. Все три. Эй, что это было? Упс. Я заплачу, спасибо. Ей, вечеринка продолжается. Микрофон? О, да. Я звезда. Стоп, это моя комната, и вам здесь не место. Упс. Пока. Прости. На этом танцполе может быть лишь одна звезда. Со своим диско-шаром. Мне это нравится. Пожалуй, я даже напишу новую песню. В чем дело? Никак не заснуть. Обычно у меня со сном проблем не бывает. Сестренка, что случилось? Чего не спишь? Не могу заснуть. Я помогу. Спи, усни! Что ты делаешь? Так я точно не засну. План Б – это мобиль для сладких снов. Спасибо, сестренка. Пожалуйста. Он великолепен. Заносите еще немного. Стоп! И куда ставить эту коробку? Минутку, мне нужно все рассчитать. Если поставить... Знаешь, подержи-ка ее сама. О, мишура. А инструкция по эксплуатации? Посмотрим. Пункт первый, откройте инструкцию. Что она делает? Давай мы уже начнем украшать комнату. Что делать мне? Вот штора. Я знаю, что дальше. Гирлянда на месте. И наше веселое фото тоже. Фух, это так утомительно, мне нужно набраться сил. Медитация всегда хорошая идея. Легче нам самим все закончить. Полки на месте. С этой стороны тоже. Для всего нашлось местечко. Она даже до половины не дошла. Я возьму эту мишуру. Сделаю из нее занавески. Ау! Это бесполезно. Сестренка, помоги. Сделано. Раз, раз. Итак, кто же победит в нашем конкурсе? Точно, конкурс. Приглашаю конкурсанток на сцену. Мы победим, как всегда. Размечтались. Секретная комната, вечер-ночь. Что ж, впечатляет. Комната, утро-день. Команда новичков умудрилась поразить жюри. И приз получает... Утро и день! Да, мы это сделали! Нет, как же так? Я этого не вынесу. Мы заслужили победу. Но, если честно, не совсем мы. Это награда ваша. Вау! Без вас мы бы ни за что не справились. Спасибо. И вам спасибо. Вау, сестренка, нас ждет новое приключение. Серебро – самый благородный металл. Нет, чистое золото намного круче. Серебро, золото. И комната тоже будет золотой. Нет, серебряной. Золотой, серебряный, золотой, серебряный, золотой, серебряный. Оу, ну вот, придется сделать комнату своими руками. Поаккуратнее. Золото, вперед. Что это за кнопка? Нажимай скорее. Что, не работает? Посмотри, уже все построилось. Упс, это голограмма. Серебряшка.
Если хочешь куда-то сесть, это нужно сперва построить. Как это работает? Это слишком долго. У меня есть идея получше. Кидай мне. Окей. Вау! Вот это здорово! А что если... Класс! Получилось! А сможешь отбить пачку побольше? Нет, это была плохая идея. Вау! Серебро даже чихает красивее всех! Что мне надеть? Нет, не сегодня... Что? Серебристый подкидыш? Это явно не мое платье. Я проучу сестричку. Это не слишком подло? Нет, не думаю. Что? Мое платье? Что ты с ним сделала? О, спасибо. Это хорошая идея для декора. Идеально смотрится. Моя стена сияет, как дискошар. Мне нужно больше серебра. Нахалка. Я покажу, кто тут королева. Вот она, моя коробочка. Посмотрим. Иди ко мне, матрасик. Давай. О, меня придавило матрасным золотом. Помогите. Ой, Золотуша, ты чего лежишь? А что, не видно? Меня придавил матрас. Давай я помогу. Твой металл такой тяжелый. Я знаю. Давай поднимем твой матрас наверх. Спасибо за помощь. Это тебе в благодарность. Мне? Ну, спасибо. Здесь не хватает бортика. Нужно что-то желтое. Нет, банан не подходит. И конфета тоже. О, идея. Прости. Это я заберу. Эй, это был мой молоток. Лучше золота может быть только золото. Идеально. Подержи минутку, я сейчас вернусь. Конечно, сестренка. Сейчас я тебе все тут запутаю. А что с моим канатом? Упс. Ну, золото. И на что это теперь похоже? Вау, качели. Закрой глаза, хорошо? Открывай. Ну, как тебе моя качелька? Эй, Золотуша, ты мне очень помогла. Спасибо большое. Что? Так нечестно. И как мне залезть на мой этаж? Спокойно. Нужно просто заказать лестницу. Алло, принесите мне лестницу. И побыстрее. О нет, сейчас эта золотая фифа будет злиться. Привет, вы курьер? О, какая милая девушка. Ладно, я пойду. Минутку, это вам за доставку. Спасибо, еще увидимся. Пока, красавчик. Где моя лестница? Что? Она серебряная? Как ты могла? Да чем они там думали? Алло, что вы наделали? Вы не заметили, что я золото? И мне нужна золотая лестница. Как можно было все перепутать, остолок? Вау! Мне нравится. Это серебро, бро, это серебро. Как раз то, что мне нужно. Одно легкое движение. Как красиво! Эй, малая, ты что творишь? Где наши цепи? Это часть нашего образа. Упс, простите, ребята. Вот это вам подходит? Да, ништяк. Отличный плед. Эй, что ты делаешь? Я одолжу его на минутку. Закину все самое необходимое. И что дальше? Начинается магия. Кажется, готово. Это моя новая люстра. Я тоже так хочу. Как она там делала? Кручу-верчу, люстру хочу. Ёршик, серьезно? Хотя он тоже пригодится. Идеальный чесальщик для спины. Эй,
Вы видели этого книжного червя на нижнем этаже? Ого! Здесь уже целая библиотека. Есть идея. Я наколдую себе столик. Добавим серебра. Колдовство сломалось. Ну почему мне не везет? Эй, держи краску. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ты мне очень помогла. Что? Шучу. Вот, держи. Это точно серебристая краска. Ну, спасибо, сестренка. Мой книжный столик готов. Да, срочно доставьте мне шоколад. Что? Мой голдфон сел? Техника. Вау, еще больше золота. Супер. Это курьер. Доставка шоколада для золотой Фифы. О, спасибо большое. О, серебряные поцелуи. Это лучшие чаевые. Какой он милый. Это мой шоколад, не трогай. Видишь, здесь написано «для золота». Как они посмели? Серебристая фольга? Какой дурной вкус! Эй, не мусори на меня со второго этажа! Хотя, эта фольга может мне пригодиться. Моя серебристая полочка готова. Мой маленький серебряный мир. Вау! Приглашение в аквапарк! Мой купальник недостаточно шикарный. Нужна щепотка золотого блеска. Мне тоже нужно такое. Опять? Ну почему моя серебристая рука вечно барахлит? Окей, давай мне руку. Вместе мы сильнее, сестренка. Вау, спасибо, сестренка. Фрукты для самой милой девушки на свете. Для меня. О, спасибо. Хочешь зайти в гости? Идем. Вау, смотри, это наша комната. Сейчас вернусь. Это настоящее золото? Что это за гнилые фрукты? Я их не люблю. Убери это немедленно. У меня аллергия. Да что с тобой? Эти фрукты не для тебя, Клэр, а для меня. What? Минуточку. Вас что, двое? Две одинаковые девушки. Это уже слишком. Ну почему ты всегда мне все портишь? Я не виновата. Это вам, девушки, не ссорьтесь. Мой серебряный, а мой золотой. Отдай, это моя половина, нет, моя. Thank you.